добрались. Подтапливает ее, конечно. До прошлогоднего еще далеко, но если еще чуть-чуть, то будет капец. Уже как бы это, вода к мосту подбирается. Сейчас покажу. Вот уже водичка стекает. Слушай, с колодца прям. О, колодцы уже переполнены. Она, получается, с колодцев в речку стекает. Говнотечку. Вот, если видите, вот глубина уже прям под мост. Мы сегодня дружной компанией на съемке. Сейчас посмотрите, куда мы приехали. Какое место. Ну давай я тогда воду мне. Да. Вот сюда, куда тебе? Чемодан тяжелый. Ты с нами? Как тебе жалко? Робинзон. Или как его зовут? Как тебе промыть, собак? Еще щенок прикольный. Ему годик надо, да? На московскую, сторожевую похож. Да. Не, меньше было бы, ты че? А, вообще мелкий. Ты мелкий? Да. Да и мне дайте что-нибудь, я, наверное, я бы что-нибудь тоже взял. Да? Пошли с нами. Пойдешь? Пошли. Не хочешь? Уважаемые телезрители, ютубозрители, берите, как там один блогер говорит, вкусную булочку, кофеек и можете присоединяться. Это такая нямка, вообще ням-ням. Лен. А? Коряга. Прикольная коряга. Ребята. Прям поближе такая. Так, а ты разве не ешь? Это любовь. Кушайте, не обляпайтесь. Где ты звезду нашел? Фига. Нормально. Это ладно. Вот это скажи, что такое? Не знаю, что это. Червяк живое. Какой-то? Живое. Червяк какой-то? На. Это дождевой, да нафиг он? Какой дождевой? Нет? А что это? Не знаю. Ребята, короче говоря, не знаю, слышно или нет, тут ветер такой, волны. Но сегодня мы снимаем для магазина Lady Charm и бренда Жанны Парас. Это такая услуга, которую я уже анонсировал у себя в Instagram. Это
аренда моего оборудования и меня в качестве консультанта. Если кому интересно, обращайтесь. Всегда рад помочь. Об стенку. Во время шторма. Кто в частном доме живет? Забирайтесь. Да, ну зачем? Ну все, надо ее посадить. Я вот сейчас ее на камни посажу. Да ее посадишь, она не полетит, мне кажется. Надо вон туда дальше, где вода. Она сейчас упадет. Что-то она то ли голодная, то ли что. Полетела. Ух ты. Кончился. Мы усталые и довольные. Идем к котлетам. Эй. Котлетам и буфетам. Так что настроение отличное. И да, я короче был на спотинге, мне дядька один. Я такой: а, ребята, всем привет. Он мне такой: дядь, ты что, говорит, курил? Я говорю: там уже того нет. Вот так вот на человека смотрит, который видеоблоги ведет. А вы смотрите на море! Я говорю громко, чтобы все меня слышали. А потому что не слышно нифига. Вообще. Сейчас лестница еще будет. Обалденно. Вот такой сейчас эпический подъем нас ждет. Ну все, в принципе. До скорых встреч.